вот покормили мы котика, да, Лёш? Да. Он довольный. Он накидай. Вот здесь он уже весь засох, а мы его свежего дали, да, корма? Да. Пакетик ему дали нового корма. Вот он довольный, кушает, все сидит. Все котята едят новым. А вот этот, что, посмотрите, этого животных кота сыл с пакетиками. Вот, конечно, закон. Мягенький он, да? Мягенькая шерстка-то у него. Даже нравится тебе гладить пить котика? Да. Я вообще люблю котика. Вот, он сейчас покушает. Наберется сил и пойдет. Будет крепкий и сильный. Да. И не будет ему холодно, да? Да. Ну не больше. Чихнул. Ой, маленький, он простыл, наверное. Конечно, он в подвале живет. Да, там холодно. Смотрите. Рыбку учуял. Потом... А, да, там косточки от рыбы. Он, видимо, их обнюхивает, учуял рыбку, да? Да, думаю, что подвале где-то рыбка завалялась. Mm-hmm. А я слышал, что некоторые собаки и котики, которые бездумные, едят из мусорки, ну, стоп, лайна, оставаться стоя голодными. Конечно. И до этого придумает корм, да, вот таких вот мелких. Да, и приходится оттуда есть, да, если когда их не покормят жители, да, им приходится с помойки что-то собирать, чтобы... Сейчас я перейду там. Я тебя погладить! Ты чего? Я тебя ведь погладить! Ну, он уже просто побежал по своим делам, видимо. Побежал от меня.